Итак, в Красноярск ближайшие районы на 3 дня придет настоящее лето. Синоптики обещают почти 30-градусную жару. Уже сегодня температура повысится до 22 со знаком плюс, а во вторник и среду потеплеет до плюс 27 в дневное время. По ночам плюс 14, плюс 17. Осадков в ближайшие 3 дня не ожидается. Установится солнечная и безветренная погода. С четверга температуры начнут понижаться и пойдет дождь. В пятницу и субботу днем не выше плюс 15 градусов. В ночь субботы на воскресенье воздух прогреется всего до плюс 3. Однако в конце недели снова начнет теплеть. Те дожди, которые мы ожидаем в четверг и пятницу, будут еще сопровождаться грозами и также порывистым западным ветром с критериями до сильного ветра. Это порывы 15-20 метров в секунду мы ожидаем. В предстоящие дни температура будет превышать норму на 8, 10, 11 градусов. А к выходным она приблизится к норме и будет ниже нормы на 1-2 градуса.